Новая жена Путина названа уже в открытую. Владимир Путин всегда находится в центре всеобщего внимания. Людям интересна жизнь российского лидера, поэтому они всегда следят за последними событиями. Особенно всех интересует, кто же занял новое место жены после Людмилы Путиной. По некоторым данным, президент сейчас официально свободен. Однако, как обстоит ситуация на самом деле, никто утверждать не может. Новость о свадьбе Владимира Путина и Алины Кабаевой до сих пор является одной из главных. Но сейчас появилась информация о том, что у президента есть новая избранница. Эта незнакомка своей внешностью смогла затмить даже гимнастку Алину Кабаеву. Есть сведения, что женщина очень привлекательна и приятная во всех отношениях.